Ледяную резиденцию Деда Мороза пошали будовать у Могилевским городским парка у Подниколли. Специальный лед для нового объекта привезли из России. Самого ранку у парку не змолкая гук пилы, каб апартаменты Деда Мороза были тривалые и устойливые, кожную 150-килограммовую глыбу треба опрацовать. Усяго на резиденцию Деда Мороза спотребится больше за 10 тонн льду. Привезли его из российского Екатеринбурга. Почему именно ледяная? Очень хотелось сделать перформанс в этом направлении, чтобы именно Дед Мороз оживал. Все желающие могут увидеть, а в вечернее время можно сделать фотосессию, сфотографироваться, просто посмотреть резиденцию, поучаствовать себя в роли Деда Мороза, посмотреть, как примерить этот резиденцию и костюм. Поэтому, я думаю, всем будет интересно. Завершить все работы плануют до 25 снежня.